Сейчас я хочу вам прочитать стихи одного 12-летнего поэта. Эти стихи написал, значит, опубликовал в своей книге Корней Иванович Чуковский. В книге от 2 до 5. Это детские стихи. Значит, я вам сначала прочитаю их, а потом скажу, кто их написал. Автор этих стихов находится среди нас. Кто это? Пусть будет для вас загадкой. Называется, автору было 12 лет. Называется стихи «Паровоз». Паровоз, паровоз, силы в тебе сколько, ты везешь 1000 тонн, как не лопнешь только. Ты идешь день и ночь, и идешь ты быстро, нету друга у тебя лучше машиниста. И в Москву ты прилетел, обливаясь паром, с машинистом удалым, с черным кочегаром. Эти стихи написал Георгий Александрович Капран. Вот он. Все мы знаем Георгия Александровича как кинодраматурга, как известного критика, как работника газеты «Правда», как автора многих книг, как ведущего кинопанорамы. Но то, что он писал такие замечательные стихи, это не все знают. Видите, а Корней Иванович, он отыскал дарование сразу. И, насколько я помню, Георгий Александрович, вы вообще ведь начинали как поэт, по-моему. Начинал сказать, как вообще... поэт, увы, да. Почему вы? Почему вы? Ну, знаете, я немножко жалею всегда об этом, что пришлось перейти в критику, как так. Скажите, пожалуйста, да. Что вы сделали за прошлый год? Что вы написали, что вы создали? Потому что это интересно. Обычно спрашивают, что актеров, знаете, они на виду, а, так сказать, критики в тени. Ну вот, значит, кроме моей основной работы в «Правде» и статей, которых я там напечатал, у меня, так сказать, год был плодотворный. Я закончил очень большую работу, на которой я несколько лет работал. Я написал такую книгу, называется «Человек и миф». Это обозрение западного кино за последние 20 лет, там Италии, Франции, Америки. Как менялся киногерой за эти 20 лет? Это большое довольно любопытное зрелище. Да, это большая книга, страниц на 500, ее будет издательство искусства издавать. И она же должна идти как докторская диссертация. Я ее, так сказать, ужимаю. Доктору надо все говорить кратко, знаете, так без... А читателю пошире, поинтереснее. Понятно. И вторая книга, наверное, половину написана. Это книга о нашем выдающемся актере театра и кино Михаиле Александровиче Ульянове. Ну, я думаю, что для года уже, наверное, хватит. Да, немало.